Так, мы идем смотреть отели, гестхаус, который находится в Рамбуле. Когда они уезжают, они с чемоданами. Отель Ария Хиллз. Да, а вот Ария Резиденции, прям следующий. Окей. Да, внутри очень приятно. Come here, so they want scooty because they mm-hmm. can drive all Goa. So okay. when they come, they rent. Значит, есть варианты заказать, забронировать номер с завтраком, без завтрака. Завтрак стоит в пределах 150 рупий и чай-кофе или там омлет или что-то еще. Очень-очень скромный. Поэтому есть меню, и люди уже по меню заказывают. Что хотят покушать. Ну, потому что то, что предлагают за 150 рупий, это немножко скромно. Это номер отеля Ария Хиллз. Привет. Традиционные ведерко с ковшиком. А так, в принципе, очень чисто. Это king size. А чем она отличается от той? Абсолютно такая же. Это вид напротив этого отеля. Ну, это везде так. Не смотрите, что здесь все так заброшено. Ага. А есть вот такая территория, небольшой бассейн. Бассейн глубокий нет, здесь? Нет, здесь бассейны не глубокие. Ну, он сколько глубиной? Больше может, метра? Может, вот так. Ага. Ну, больше метра, может быть. Вот такая кабаночка здесь прикольненькая. Есть душ по соседству, какие-то дома. А здесь есть мини-бар, где можно купить пиво, какие-то напитки. Совсем небольшая лужаечка со столиком. Мы сейчас на инспекции отеля Ария Резиденс и Ария Хиллз. Отели больше идут как апартаменты, но также есть стандартные номера, номера Deluxe. Отели чистенькие, есть все необходимое, в принципе неплохо, но дорога до пляжа получается минут 20, наверное, и с автобуса, с трансфера вы будете идти пешком со своими чемоданами по дороге, так как узкая дорожка и автобус не проезжает. Ария Резиденс и Ария Хиллз – это владелец один, они находятся абсолютно рядом. Сейчас будем смотреть номера, которые находятся в Ария Резиденс. Так, это? Это апартаменты. Апартаменты. Да, это спальня. Здесь есть кухня. Микроволновая печь, маленькая плита, холодильник есть. Так, ну вот сам номер. Здесь есть кондиционер, вентилятор. Такая кровать. Ну и довольно-таки приличный. Туалет, санузел. Тоже есть душ, водонагреватель, так что все удобства. Так, сейчас мы смотрим номер стандарт. Совсем небольшой. Так,
Умывальник находится прямо практически в комнате. И санузел. Есть душ, водонагреватель также. Также, в принципе, комфортно. Номер категории Deluxe. А он отличается от остальных номеров размером. И у него есть балкон. Здесь есть холодильник. Я думал, животных. Это, в общем, помещение для принятия пищи, для завтраков, для ужинов. Вот такой есть балкончик. Вот такие виды из этого балкончика. Так, и посмотрим, что у нас с этой стороны. Да, здесь, конечно, намного приятнее виды. Ну, в принципе, достаточно неплохо для Индии. Здесь есть гладильная доска, где можно погладить свои вещи. Отель Ария. Вот эта дорожка, по которой идешь на пляж или на улице района Арамболь.